Изменения в политике вызваны необходимостью обновления элиты. У нас произошел определенный застой, возникли на среднем уровне своего рода тромбы для вертикальной мобильности. Там 10-15 лет везде сидят одни и те же люди. Причем это относится не только к власти, где уселись некие там председатели региональных отделений «Единой России», их замы, замзамы, родственники, друзья и так далее. Это относится и к оппозиции. У нас оппозиция по своим лицам, если мы посмотрим, точно так же не меняется уже 20 лет. Поэтому нужно как бы встряхнуть в общество, чтобы у нас появились новые лидеры, в том числе и среди каких-то малых партий, просто активные люди, которые не понимали, куда им раньше идти, теперь получили возможность высказываться. Их, безусловно, заметят, их инициативы тоже будут отмечены, и эти инициативы должны послужить для дальнейшего развития государства, общества.